На выездной корпоратив. Мало того, что везде одни пеньки да кусты, да еще и Даша в придачу. Опять буду слушать ее все нравоучения. Почему бы меня не отправить в ночной клуб на выездной корпоратив? С голубоглазым брюнетом, 1,80 м ростом, с широкими плечами. Only you can to make all this world seem right. Only you. Алло, да. Алло, Маша, мы уже стоим под твоими окнами. Ровно в 7:00. Как договорились. Ой, подожди, у меня вторая линия. Да, луки, стрелы и арбалеты привозят ровно в 9:00. Алло, Маша, не забудь взять все сценарные планы для фотографов и операторов. Значит, Лена, ты говоришь 150 человек? Да, 150 человек. Из них 2 женщины в положении, 5 маленьких деток до 5 лет и 15 малышей до 10 лет. И подростки со взрослыми. Так, где эскизы и площадки? Вот, все в этой папке. Как видите, все продумано и подготовлено. Вот специальные площадки для самых маленьких, специальное покрытие, заборчики, бассейн с грязной ручкой, грязный песочек, горки и место для игротехников. А вот для малышей постарше специальная палатка с отделами, игровой зал, кинозал, специальная площадка с супергероями. А вот для площадки для взрослых, площадь для встречи с колодом. Спасибо, девочки. Только я вот одного не пойму. Если все уже стоит и всего так много,
то где это все и куда идти? Нас высадили на юге, следовательно, насколько я помню карту, то идти нужно на север. А где тут север? Север там, где холодно. Нужно идти, откуда дует. Так, стоп. Нужно идти туда, где мох. Или наоборот. А зачем нам мох? А клиент сыр с плесенью дорогой заказал. Сыр привезли, а плесени нет. Положим мох. Что за шуточки? Какие-то неправильные деревья. А может, покричим? Ага, и горло сорвем. Будем идти вперед. Алло, Маша, еще 5 минут и пойдешь пешком. 7:30. Сколько можно? А я уже здесь, но раз ты говоришь, что у меня еще есть 5 минут, то я возьму свой зонтик, вдруг дождь пойдет. Какой зонтик? В машину и поехали. Алло, Кира, как у вас там дела? Ну, нормально. Проверяем зону вокруг лагеря. Я тебе позже перезвоню. Оля, смотри, какие птички. Девчонки, а вы вообще-то служили? Ключевое слово, девчонки. Чего ключевого? Вам конкретно сержант ВДВ вопрос поставил. Ребята, с праздником и до свидания. Мы вообще-то заняты. Слышишь, значит, она служила. Что за праздник? День ВДВ. Все, девчонки, идемте с нами. У нас на поляне все накрыто. Здесь мой муж, он бы вам устроил. Позор двоим девчонкам приставать, да еще так грубо. А ну, брысь отсюда, пока что не заставила отжиматься и честь отдавать. Вы не обижайтесь. Вообще, в ВДВ все ребята супер. Только иногда попадаются. Чуть-чуть послужил, а уже модный. Ну ты вообще, как Джеки Чан. Где научилась? Муж подполковник ВДВ. Девчонки, я слышу музыку. Здравствуйте! Хотела бы напомнить, что шашлыки и устрицы нужно подавать в разное время. Если бы вы знали, как мне хорошо. И по этому поводу я решила слетать в Сочи. Кстати, роуминг за ваш счет. Спасибо. До свидания. Вот тебе и миллионерша. На разговоре сэкономила, а на поездке нет. А я такую прикольную фишку придумала. Все работники выходят и танцуют ганган стайл. Наконец-то, Кира Владимировна, мы вас ждем, не дождемся. Вот у нас проблема. 2 раненых инструктора. Это как?
В общем, один ответственный за холодное оружие стоял ночью в дозоре. А Ванька местный сказал, что кабаны ночью бегать могут. Даже машины переворачивают. А утром они что делают? Работают, а Ванька так помогает. Да при чем здесь Ванька? Кабаны что делают? А кабаны, не знаю, спят, наверное. А почему они днем спят? Откуда мне знать? Потому что ночью тусят, бегают по лесу, не спят. Так, про кабанов потом. Переключились, раненые. В общем, стоит он в дозоре, а два других инструктора решили, чтобы в лагере никого не будить, в лагерь возвращаться ползком. Кто быстрее местность пересечет, не заметен. Ну и? Но воин заметил, испугался на дерево и давай пулять из лука и арбалета. В общем, 4 выстрела и 2 попадания. Так, с вами не соскучишься. Мне мою рацию, во-первых. На точке поставить помощников этих зор. И чашечку кофе кто-нибудь принесет к сцене. Больших и малых сцен. Как у вас дела? 5 минут, и мы готовы встречать гостей.